Какой живой ад Марио устроил Купе? По воле бессердечного пинка водопроводчика бедное существо вынуждено рикошетить бесконечно, заперев себя в круге ничтожества, выхода из которого нет. Проходили дни и ночи, они превращались в недели, а недели в месяцы, а спасти его не мог никто. Он вынужден был беспомощно смотреть, пока ужасные вещи происходили у него на глазах. Его любимые и дети его оставили. Его друзья взрослели, потом состарились и умерли. Родной мир, которым он так дорожил, рушился вокруг. Нескончаемая боль от множества ударов, черная тьма, факта самого собственного существования, неиссякаемое одиночество в море страданий, которым нет конца. Что же происходит в голове Купы? Что же происходит в голове Купы, когда он находится в этом замкнутом аду? Марио, я тут просто думал. Ну, много лет назад ты остановил ту отскакивающую черепашку? Какую черепашку? И кто дал тебе право говорить за столом?